Всем привет, друзья! Сегодня будем разбирать вот такой вот мониторчик Samtron. То есть продолжаем новогоднюю разборку хлама. Вот, как видите, моделька Samtron. Кому интересно, вот тут задержусь чуть-чуть. Модель 76E. Ну, моник не пойму какого года, но это уже в районе 2000, там, после 5-го, наверное, даже 10-го. В общем, сейчас открываю крышку. Смотрим, что у него под шкурой. Так, ребят, все, крышку снял. В общем, там два шурупа, ничего сложного. Тут, правда, замки сразу не нашел. Он отвертки маленько разорвал, ничего. То есть, вид у него такой, ну, как у обычного телевизора, монитора. То есть, годик, я думаю, по ходу пьесы мы найдем. Сейчас, так сказать, не будем тянуть кота за хвост. Полностью раскидываю его. Ну, посмотрим, что у нас по медяхам. По медяхе, что у нас находится на платках, ну и железо, соответственно. Смотрим. Так, ребят, крышку снял. Сегодня еще и забыл сказать, параллельно со мной должен будет разбирать Николай. Это канал Золотой Радиотехники. Колян, привет тебе. То есть обязательно заходите, посмотрите. Там, насколько я знаю, должен быть чистый Samsung. Это же у меня Samtron. Это дочерка от Samsung. Может быть, там будет и побогаче. Ссылочку я оставлю обязательно в описании, в конце ролика, ну и в подсказках. Ну так, друзья, я его по-быстренькому раскидал. То есть, как видите, платки, сама катушечка. О, ну на вид-то вроде медяшка. Также вот эта петля смагничивания. Тоже вскроется на медь. Контур с платки металлический я снял. Все, потом железо подзависим. Вот такая маленькая платочка. Как видите, ничего нет. Это вот отсюда, с катушки. То есть ничего на ней нету. Маленькую катушечку забираем на медь. Вот такая платка была под контуром. То есть пару микрух. А, нет, вру, вон третья. Три микросхемки. Ну и сами видите. Больше тут нифига. Кстати, вот такие желтенькие. Ни разу не видел, что это такое. Ну да ладно, не суть. Я думаю, кто знает, себе увидел, что тут есть. В принципе, да нифига тут нету. Вот основная платка. Также трансформаторы, радиаторы. Вот вижу позистор. Возможно, релюшки будут. Катушечка есть. ТДКшка. Ну, либо строчный трансформатор. Его сниму целиком. И, ну, то есть, завесим как железо. Потому что многие не разбирают, бросают прямиком в железо. Но я скидываю в одну кучу, и потом, то есть, я их... Когда будет ведерко, обжигаю, медяк с них достаю. Также транзисторы. Ну, я думаю, сейчас все это дело сниму, скушу. И уже потом завесим. Все, смотрим. Так, ребят, все разобрал. В общем, как говорится, на скорую руку. Сейчас сразу включим весы. Запустились? Запустились. Наверное, позамерзли чуток. Так. Нифига не видно. Кило 430. 400, да, 430. Это у нас железо было. Платки. Ну, платки поломал, как говорится. То есть ничего не спаивал. Все просто выламывал. Что нужно, скусил. Платок всего 325 грамм. Ну, мелочь, но, кажется, пойдет. Так, вот такая жминка проводов. Не стал сейчас чистить. То есть сейчас мороз прям такой, не слабый. Ну, соответственно, они как по стеклу идут. То есть их вообще чистить неинтересно. Так, алюминчик у нас, радиаторы. 82 грамма. Пойдет. И самое основное, это вот та самая быстрая медяха. Ну, кто не знает, быстрая медяха это вот как раз петля размагничивания. Я ее почистил. Там изолента легко сматывается. И вот сама катушка. Катушка. Не падай. Это было тоже на катушке сзади, на корпусе. И там тоже катушка была. 444 грамма. Я думаю, нормально. В принципе, медяшки нехило вышло.
Так, убираем. Также осталась мелочевка. Ну, как видите, мелкие катушки, транзисторы. Это я пока разматывать не стал. Ну, сами понимаете, тут до 100 грамм. Это потолок, даже меньше, я думаю, будет намного. Это то, что... А, вот еще таблеточка из позитора. Вот такая таблеточка. Вынул с позитора. Есть посеребренка. То есть пойдет. Сплат я забрал. Только микрухи и кнопки. Также была релюшка. Сейчас вот пару серебряных контактов есть. Ну, катушечка тоже потом размотается. Все пойдет в общем. В принципе, ничего не забыл. А, нет, вру. Вот штекер, который был. Сразу я не упомянул об нем. Вот. Видно, хорошая позолотка. Ну, потом его скрою, выдерну все контакты. Пойдут эти шпильки, вот эти. Ну, сами винтики оказались стальные. То есть ломается, пойдет в железо. Так что, ребят, вот такой разбор был от вас. Палец вверх. Переходите к Коляну. Посмотрите, что у него за монитор. Ну, подпишитесь, кто не подписан. И на меня подпишитесь, кто тоже не подписан. Все, всем спасибо, всем пока.